Вот так. Надежда Корбут, подскажите, пожалуйста, скоро день Святого Николая. Что лучше сделать в этот день, чтобы было везение, благополучие? А наше везение и благополучие начинается с нашей семьи. Я когда-то говорил эти слова, скажу их еще раз. Куда течет любовь, туда течет и счастье, и деньги. Ну а что значит течь любовь? Но любовь должна течь в вашу сторону. Но может ли человек заставить кого-либо, чтобы любовь текла в его сторону? Никак. Именно поэтому человек должен что-то делать для других людей, чтобы они излучали в вашу сторону любовь. Но если мужчина говорит, у меня не хватает денег, там бла-бла-бла, то значит его никто не любит. Почему никто не любит? Потому что он утром проснулся, вредничает, в обед вредничает, жену постоянно угнетает и так далее. А что нужно сделать? Хвалите. Или же второй вариант, хвалите сами себя. Говорите, ты молодец, ты такая хорошая, такая молодец, такая хорошая, такая молодец. Тогда ваша любовь течет к вам, в вашу сторону появится, начнет течь деньги. Очень часто люди говорят, у меня не получается. Вот смотрите, у меня не получается, это значит, вы сжались. Смотрите, когда человек должен кого-то оттолкнуть, он сжимается, конечно. Сжимается, это значит оттолкнуть. А когда кого-то обнять хочет, что он делает? Он расставляет руки и говорит, иди, я тебя обниму. Так вот, когда человек боится, он сжимается. А когда ему нравится, он расширяется. Вот человек говорит, сейчас я проверю, сколько у меня там дохода, и сжался. Неправильно, в этот момент нужно наоборот расшириться. И в этот момент нужно чувствовать, что вам нравится этот бизнес. Так вот все устроено. Сколько же я заработаю? Вы сжались. Все, сжались, вы отталкиваете свои... У меня ничего не получается, сжались. Нет, у меня ничего не получается, и расширили внутреннее состояние. Пусть получается. Это вот важные такие элементы самокоррекции, которые могут помочь человеку полностью исправить свою жизнь. Что делать на День Святого Николая? Объедините всех людей между собой. Спеките для каждого какой-нибудь... Там, подарок, тортик, булочку. Сделайте булочки с капустой, с мясом, испеките хлеб там, из гречки, сделайте фигурки какие-нибудь. Если есть возможности, сделайте или купите что-нибудь, маленькие подарки для близких. Отправьте, может быть, открытки. Признайтесь в любви, я обычно это делаю, трезвый. Я сажу всех за стол и говорю каждому, вы мне так нравитесь, вы такие хорошие, такие молодцы. Вот постоянно хвалю дочерей, сыновей, жену хвалю, говорю, ты такая молодец. Я каждый вечер, кстати, хвалю. Когда спать ложимся, я все время говорю, ты такая молодец, у тебя так все получается. Ты такая красивая, мне так нравится с тобой жить, я очень тебя люблю. Вот это как молитва. Почему? Я знаю, что если в мою сторону течет любовь, то тогда в мою сторону текут и деньги. А похвалить человека или сказать человеку доброе слово ничего не стоит. Но зато взамен ты получишь огромные потоки и флюиды теплых отношений, бесконечной любви. Поэтому обнимайте близких, целуйте близких, прикасайтесь к близким, пойте им дифирамбы о любви, делайте что-то для них, в вашу сторону будет течь любовь, благополучие.